Вітаю, з вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Мій сьогоднішній гість – студентський мер, чарівна Тетяна Пустовойтенко. Вітаю. Добрий день. Що означають ці два слова «студентський мер»? Це мер студентів? Всіх студентів? Или ці слова несуть якесь інше значення? Ну, я вам так скажу, як мені говорили, що це должність, да, взагалі студентський мер, але я скажу, що це все-таки не должність, це титул, просто така, знаєте, регалія для чоловіка, очередна. Ну, в принципі, ніяких повноважень студентський мер за собою не несе. Звісно ж, це нігде не прописано в нормативних актах, нігде не сказано, що є такий студентський мер, оскільки все-таки студентський мер вибирається в рамках ігри, яку організовує. Вот чуть подробніше об ігрі. Чтобы нашим зрителям было понятно, откуда вообще взялось это словосочетание студенческий мэр? Есть общественная организация «Студенческая республика», которая каждый год, каждое лето организовывает такую игру, на которой выбираются студенческий мэр и студенческий магистрат. То есть студенческий мэр, конечно же, это человек, который контактирует со всеми вузами, со всеми студентами и пытается развить молодежную политику в городе Николаеве, конечно же. Но по факту, если человек сам по себе не сильный, у него нет своих амбиций, каких-то эмоций определенных и планов, то он ничего не сможет реализовать, потому что никто тянуть тебя не будет. То есть тут нужно самому уже прописывать свои проекты, планы и их реализовывать. Только... Хорошо, представим себе, вот проходит вот эта игра, да, насколько я знаю, эта игра вот такая, ну, достаточно интеллектуальная, достаточно сложная, да, то есть вот конкурс, если можно это так назвать, на титул студенческого мэра, достаточно его проблематично этот титул получить, да, ну, сложно, назовем это так, вот, но, в принципе, конечный вот пост, скажем, вот после игры, что происходит, да, вот вы студенческий мэр, и что дальше, что с этим делается? Я скажу, что возникают испытания определенные, испытания, проверки на тщеславие, проверки на силу, на свою человеческую, очень много возникает какой-то рекламы, очень много возникает определенного пиара, который даже, может, и не нужен где-то, но его очень много, то есть студенческий мэр – это такая ступенька к достижению цели, это инструмент, потому что сразу человек становится узнаваемым, должность достаточно громкая, и в определенных узких кругах просто человека больше знают. Вот, в принципе, вот такая ситуация. Взаимодействие, например, с теми же городскими властями, да, если оно происходит, то на каком уровне? Ну, опять-таки, нигде не прописано ничего, но сразу происходит знакомство и с мэром, и с иными высокопоставленными, да, людьми в нашем городе. То есть, если нужна помощь в реализации каких-то проектов, просто ты обращаешься, и уже на основе того, что ты студенческий мэр, и тебя знают эти люди, то они, конечно же, помогут тебе реализовать твои проекты. Вот ну, а сам студенческий мэр, вот благодаря вот, ну, скажем, вот этому сообществу студенческому, хотя бы во время, ну, скажем, игры, да, то есть новое, ну, даже... Пусть даже не новое знакомство, пусть там половина из тех людей, которые участвовали там в прошлом году, там в позапрошлом году, да, вот образуется некое сообщество хороших друзей, достаточно интеллектуально развитых молодых людей, да, и девушек, и юношей, и так далее. Что они могут предложить? Например, ну, той же городской власти, настоящей, взрослой, да, и прислушиваются ли они к чему-то? Либо, может, у них есть какие-то запросы к вам, как вот студенчеству, да? Вы знаете, да, по поводу запросов, я думала, что вот мы придем с моей командой, и мы будем реализовывать только свои какие-то проекты, но так не получается. Тебя пытаются затянуть туда. В систему, да? Конечно. Тебе предлагают поучаствовать в таком-то проекте, прийти туда-то. И у тебя в один прекрасный момент ты понимаешь, а когда же делать свое, что ты хочешь делать? Но тут нужно тоже разграничивать, что тебе нужно, от чего ты должен отказаться, чтобы было время для реализации конкретно твоих проектов и проектов твоей команды. Поэтому, конечно же, власти и чиновники пытаются предложить свои варианты решения каких-либо проблем. Ну а что, вот какой-нибудь, ну, маленький, там, крошечный или большой пример, ну, например, какого-то проекта, который в таком вот студенческом мэрском сообществе возник, и вот что бы вы могли, например, предложить?
На сегодняшний день мы провели очень интересное мероприятие. Это круглый стол ко Дню независимости. Мы собрали самых активных молодых ребят, которые имеют свои общественные организации, либо которые есть представителями органов определенных. Мы обсуждали с ними вопросы вообще студенческой активности, активности вообще молодых людей в городе Николаево, для того, чтобы построить то гражданское общество, к которому мы все идем. Что мы можем сделать от себя, чтобы помочь нашему городу выйти на новый уровень. Конечно, мы сошлись в том, что самая большая проблема – это проблема людей, потому что люди у нас достаточно пассивны и мало что кого интересует. Поэтому, конечно же, самое главное – это поколение Z, которое вот есть, это мои одногодки, это люди младшие, старше, чтобы включить их в работу, включить и зажечь огонек мотивации для того, чтобы захотели они сделать интересное для своего города, действительно полезное. Окей, хорошо. Ну вот смотрите, в принципе, молодежь во все времена всегда была разной, да, то есть нельзя вот если вот они молодые, значит, они вот одинаковые, либо там близки там по мыслям, по настроениям, там по чаяниям, видениям и так далее, и так далее. Ну, кто-то всегда любил учиться, кто-то не любил учиться, да, кто-то видел свое будущее вполне конкретно, там, очерченным, а кто-то вообще не задумывался о завтрашнем дне, там, полагаясь на вечное наше авось, да, как-нибудь. Ну вот сегодняшняя молодежь, вот если без отбросить все, ну скажем, может быть, личные какие-то пристрастия, да, вот какая она? Насколько вот 20-летние, либо 20+, заинтересованы в своем будущем здесь, вот в Украине, да? Какие настроения среди ваших друзей? Ну, мы общаемся со студентами, я очень многих студентов знаю, и я уже говорила это на одном мероприятии, и здесь повторю, что я делю вообще молодежь и студентов на 3 лагеря. То есть у меня своя такая классификация, и она абсолютно точна. Смотрите, есть люди, которые мотивированы на 100%. Первый лагерь, они люди, которые, у них есть идеи, у них есть мечты, планы, они знают, как их реализовывать, они идут к своим целям, планам, и у них есть конкретное решение тех или иных проблем. А есть люди, которым нужно помогать, захотеть что-то сделать, но они, в принципе, готовы, ну, им просто нужно подтолкнуть. Третий лагерь – это люди, которые, им ничего не нужно, они говорят, да что мы можем, да зачем, да вы ерундой страдаете, да это все вообще бред какой-то. Поэтому, да, студенты очень разные, и самое главное, что мы должны делать акцент именно на первой и на второй группе, которые хотят и которые хотят, но не могут, понимаете, им надо помочь. А те, которые им ничего не интересно, я думаю, что с ними и работать не нужно, потому что нет смысла. Они, если не хотят, то их не заставишь. Ну, насколько, ну, скажем так, вот давайте я немножечко более точно, точечно, да, вот из, скажем, общего количества тех студентов, с которыми вы, ну скажем, общаетесь, имеете какие-то взаимоотношения, да, вот какой процент, хотя бы приблизительно из них, хочет строить свое будущее именно здесь, в Украине? А не хочет вот сразу по окончании учебы куда-нибудь уехать? Я, например, честно говоря, мало таких людей встречаю, которые хотели бы уехать. Это очень хорошо. Но такие есть, но их, наверное, процентов 5, из которых я общаюсь. Вот они радикально настроены, что в этой стране рутина, в этой стране все плохо, в этой стране ничего не будет хорошего, и сидеть здесь нечего. Они даже не думают о том, что они могут эту страну изменить. У них таких мыслей нет. Остаться здесь и попробовать. Нет, проще уехать, и все, но таких мало. Большинство хотят все-таки вывести страну на тот уровень, на котором мы мечтаем. Возможно, это где-то мечты, где-то какие-то заоблачные мечты, но, по крайней мере, есть такие амбиции, и таких людей много, я очень этому рада. Как вы относитесь к старшим людям с профессиональной точки зрения? Ну, скажем, с их профессиональной точки зрения, да? Вот считаете ли вы их старперами, простите за такое слово, наделенными неизлечимым совковым менталитетом? Или признаете все-таки какой-то жизненный опыт и накопленные годами знания и умения? И вот такой еще вопрос, какой должен быть, по вашему мнению, средний возраст людей при власти или чиновников?
То есть политиков, чиновников. Я над этим очень много думаю, кстати, сама. По поводу совковости, да, действительно, есть некоторые люди, которые остались еще в Советском Союзе, к сожалению. Они есть, они в системе, они работают, они при должностях, и они, в принципе, не могут принести что-то новое в этот город, только потому, что их пережитки их не отпускают. Но их тоже немного. Я очень рада, что у нас в основном руководство области и города, да, они достаточно современные, достаточно молодые и, в принципе, со свежими взглядами. По моему мнению, конечно же, опыт нужно перенимать и у тех людей, которые, скажем, с совковым менталитетом, потому что они тоже видели жизнь, у них есть опыт и какие-то свои взгляды на те или иные проблемы они могут, конечно же, передать такому молодому поколению, как я. Мое мнение по поводу того, какой возраст должен быть для госслужащих и для высокопоставленных. Такой средний возраст, назовем. Ну, скажем так, что половина из тех, которые сейчас есть, то это должна быть иллюстрация просто, которой еще не было по отношению к ним. И я думаю, что это должен быть перезапуск полный вот именно веток власти, которые есть сейчас в Украине. У нас происходят реформы, но, к сожалению, реформирование приводит к тем же самым людям, которые и были до реформирования. То есть просто они проходят тестирование, они могут их пройти, и их допускают снова к должностям. К сожалению, так и происходит. Я думаю, что все-таки мэром города, да, если так уже говорить откровенно, то это должен быть, конечно же, человек, которому уже есть 30. Это обязательно. То есть младше я не вижу смысла, потому что это должен быть человек с определенным жизненным опытом. Но я не думаю, что это должен быть человек, которому больше, чем 50, скажем. Ну, мое тоже личное мнение, потому что, опять-таки, тут очень важна новизна определенная и течение в ногу со временем, да. А по поводу людей молодых, вот таких, как я считаю, что абсолютно будет правильно допускать их к должностям определенным, потому что это люди, на которых можно делать ставку, на которых надо делать ставку, потому что это то поколение, которое действительно с новыми взглядами, с новыми идеями, и они действительно хотят что-то делать. Поэтому я думаю, 22 года, 23 года уже можно быть депутатом какого-то местного совета, легко, абсолютно. Просто главное не то, что ты умеешь, а то, что ты хочешь научиться и то, что ты хочешь изменить свой город. Тут не так важны навыки, тут важно именно желание. Поэтому абсолютно, я думаю, вот серьезные должности с 30, а такие вот достаточно важные, но менее высокопоставленные можно и пораньше. А вот хорошо, вот мне нравится направление ваших мыслей, в принципе, в этом, ну вот, в этом вопросе, да? Ну вот смотрите, я задам, может, такой наводящий вопрос. Ну, понятно, что я ведь не зря спросил насчет совковости, да? То есть каждый человек, опять же, молодой человек или среднего возраста, неважно какого возраста, он вот эту совковость, он понимает по-своему, да? Что он вкладывает в это понятие, вот совок в мозгах, да, в головах? То есть кто-то это вкладывает там в идеалы там, какие-то там социалистические, да? То есть общество жило совершенно по другим экономическим законам. Кто-то это вкладывает просто, ну, скажем, в воспоминания своей молодости, юности, в те громадные производства, которые здесь были, прогнозируемые на десятки лет вперед жизнь, относительно спокойную и так далее. Но если от этого отойти и взять просто, ну, скажем, возрастную категорию, да, то мы можем посмотреть, например, Соединенные Штаты Америки. Вот мы смотрим, кто у них топовые политики и топовые чиновники. Ну, даже по нашим меркам это глубокие старики, да? И вот не совсем вяжется, как же вот Америка такая продвинутая, там супер-пупер, да, там, ну, самые там свежайшие технологии оттуда идут. И в то же время самые, как бы считается, мудрые политики, которые не дают расшатывать какую-то там ситуацию в определенный момент, очень пожилого возраста. А если это перенести на нашу действительность, да, то ломается немножко, да, вот эта картина. И как к этому относиться? Нельзя. Я ведь вот из этих соображений хочу все-таки вытянуть из вас ответ. Вот молодость, средний возраст, пожилой возраст. Вот где вот та золотая середина, когда человек, наделенный неким опытом, может
сказать, вот я это вижу так, и это будет правильно. Приходит молодой человек или девушка, да, и говорит, ну, это уже устарело, давайте по-другому. А ее никто не слушает. Понимаете, сравнивать с Америкой очень трудно, потому что Америка – это страна свободная, она всегда была свободная, и в Америке не было Советского Союза, скажем, да, а американцы, в принципе, не другие по ментальности, и люди, которым за 70, они сейчас при власти в Америке, они иначе мыслят, не так, как наши люди, их не зомбировали, их, им не пришивали какие-то шаблоны и клише, то есть они всегда мыслили свободно, и они всегда развивали свою страну, у нас же наоборот, у нас страну только уничтожали, ну давайте, да, откровенно говорить. У нас страну разбирали по косточкам, по камушкам и присваивали это определенным только, да, определенным людям. А в Америке другая ситуация. Но я хочу сказать, что если брать Украину, и если брать те технологии вообще, которые сейчас есть в мире, вы знаете, вот даже юридическая профессия, она скоро вымрет, потому что уже придумали ботов, придумали роботов, которые могут работать уже вместо людей. И скажите, вот человек, которому за 70, он поймет эти технологии? Нет. Он скажет, что это все ерунда, и вообще, и мы должны работать еще с бумажками, от руки писать там, и так далее. Потому что это надежнее, да. Но просто нужно идти немножко в ногу со временем. Можно по-разному относиться к тем же новым технологиям и так далее, но мы от этого никуда не уйдем. Поэтому молодые люди, они более приспособлены к этим изменениям. Я думаю, что они смогут идти в ногу со временем и применять эти технологии на благо страны. Поэтому, конечно, с Америкой тут очень трудно сравнивать. Ну, Америку я взял просто как пример, да, ну, да, такой самый громкий. Да, в принципе, в других странах тоже разная ситуация, да, но везде присутствуют люди и старшего возраста, и молодые, и средние. То есть, а у нас получается так, что есть такая точка зрения, это не вам упрек, боже упаси, просто существует точка зрения, что, ну, скажем, люди старше определенного возраста вообще ни на что не годятся, это прошедший этап, а вот если придут молодые, их заменят, да, вот тогда все изменится. И мы на некоторых примерах, даже николаевских, можем увидеть, что, в принципе, это достаточно проблематично. Вот так получается, к сожалению. Ну, ошибки совершают все, к сожалению, и старшее поколение, и более молодое, потому что мы себе строим идеалы, которых не нужно строить. Мы думаем, что если человек амбициозный, что если он честный, то он придет и все будет супер. Но, к сожалению, так не происходит. Поэтому систему сломать очень сложно, да? Ее можно немножечко попытаться изменить, но если эта система тебя не изменит просто. Поэтому опыт нужно перенимать у взрослых, у старшего поколения, но прислушиваться в первую очередь к своему сердцу и к тем процессам, которые в стране происходят. Этот вопрос я задавал многим людям, в том числе и нескольким действующим мэрам, одному экс-мэру. Я вот хочу и вам, как студенческому мэру, я так думаю, что в недалеком будущем и настоящему мэру, почему нет. Есть такое слово «наследие». Вот любому нормальному человеку важно, чтобы о нем когда-нибудь сказали, вот этот человек оставил после себя и многоточие. Да? Ну, имеется в виду что-то такое. Я имею в виду не просто какой-то там вот там мэр там какой-то построил там объект, здание, фонтан там, да, и то есть это на всю жизнь, то есть он будет этим гордиться и больше ничем. Я имею в виду какие-то видимые такие и важные изменения, вот, ну, даже не то, что лучшую сторону, а кардинальное изменение, способное изменить вообще и облик города, да, и отношение к городу его жителей, и отношение к властям городским его жителей, и наоборот, власти к своим жителям, да. Вот прямой вопрос. Какое наследие, по вашему мнению, должен оставить мэр, ну или городской голова? Интересный вопрос, спасибо большое. Знаете, вот как сказал наш мэр действующий, что не бывает такое, что человека будут помнить всегда. Ну вот можно вспомнить нескольких мэров, да, которые вот мы там помним такого, а потом мы уже, кто был до этого, да. То есть всегда человек уходит, в любом случае он уйдет, но он должен оставить за собой, наверное, часть своей души в этом городе, чтобы его помнили, чтобы эта частичка души просто распространялась на всех
всех жителей и в памяти оставляла хороший, приятный след. То есть, ну что это? В первую очередь, это, конечно же, работа. То есть, мэр должен приходить с миссией. Он не может прийти, потому что он хочет только удовлетворить какие-то свои амбиции. Я хочу стать мэром, это моя цель, моя мечта, все. И он пришел, а дальше что? То есть, обязательно человек должен прийти с целью, с планом, с проектами, которые он может реализовать в этом городе. Это первое. Второе, это, конечно же, открытость. Открытость того или иного политика. Потому что, когда мы тоже берем и декларации, да, пусть человек декларирует больше, чем это принято считать нормальным, но он это делает честно. Второе, чтобы я отнесла к открытости, это общение с людьми постоянное. Нашим людям очень не хватает, что контакта прямого с властью. Вот у нас люди считают, что к власти достучаться просто невозможно. И благодаря этому уже формируется какой-то негативный образ, что вот у нас власть выше, чем народ. Так и есть. Ну, я даже так бы сказала, была ситуация День прапора, вот так немножечко офф-топ, возможно, но тоже очень важно. День прапора был, вот по одной стороне Адмиральской стояли люди, по второй стороне стояла власть у нас. И как вы думаете, вот идут с прапором ребята в народных костюмах, с песнями, там, с танцами, и они поворачиваются лицом к кому? Не к людям, а к властям. То есть к людям они другим местом повернулись. Это неправильно. То есть политик должен приходить и делать в первую очередь для народа. Они должны были сделать так, чтобы эти танцоры повернулись к людям. Понимаете, это самое главное. Ну, вот. Может быть, нужно было сделать так, чтобы представители власти стояли среди людей? Вот или так. Вот и, тогда бы вот эти танцоры, да, они повернулись ко всем вместе. Да. От этого, к сожалению, мы еще пока не ушли. Ну, видите, кто-то не додумался просто. Либо это все, опять же, это все ж идет с тех времен, да. То есть трибуны, представители партии правящей, да, и народ мимо идет и отдает честь. Да. Ну, к сожалению, да, есть такой момент, и над этим нужно было бы поработать очень хорошо для того, чтобы люди сказали, вот у нас власть для народа, она живет для людей, и она пришла сюда не королями, не царями, что вот я крутой, я такой классный, а я пришел сюда работать для людей, для этих людей. Поэтому, конечно же, третье, это реформы, которые на общегосударственном уровне, они должны реализовываться и на местном уровне, для того, чтобы мы говорили не о развитии в общем страны, а мы могли сказать и о ярком развитии каждого города. Поэтому это должно быть в мыслях каждого чиновника, политика, который приходит на ту или иную должность. Да. А вот такой наводящий вопрос уже, ну, как бы более такой глубокий. Вот я, например, да, приверженец идеи. Ну, воплощение, само собой, но идеи как основополагающего. То есть приходит, например, вот вы сказали правильно, мэр должен прийти с миссией, да? Это не означает, что он миссионер, это немножко другое. Да. Миссия – это, вот, как я понимаю, это и есть идея. Да. То есть он должен баллотироваться в мэры с идеей, которая у него сидит в голове, которую он предполагает, что он знает, как ее реализовать, да, в данном конкретном городе, и он должен ее презентовать. Потому что говорить, например, о том, что, ну, как это у нас принято, я за все хорошее против всего плохого, нам нужно сделать дороги, крыши. Это, понятно, это всегда нужно делать. Во всех городах, во всех городах мира. Это все нужно делать и поддерживать в нормальном состоянии городское хозяйство. Но есть идеи. Допустим, если город, ну, чуть более депрессивный, да, чем соседний, то его нужно вытянуть хотя бы на тот уровень соседнего города. Как это сделать? Вот это и есть идея. И вот есть ли идея, скажем, ну, что-то вроде такой идеи у вас? Вот представим себе, что вы решили баллотироваться в городские головы Николаева. Вот какая была бы идея вот от вас? Моя идея, ну, давайте так по актуальному даже, что сейчас у нас происходит в городе, это, конечно же, бродячие собаки. Но мое решение проблемы, это, конечно же, не убийство животных. То есть у нас сейчас говорят о том, чтобы отстрелять там всех животных, но это неправильно. Мы возьмем даже практику более развитых стран, чем Украина, европейских стран, Америки, у них нет такого понятия, как убийство животных. У них есть понятие, как приюты.
Как это сделать? Каким образом? Это уже миссия как раз-таки политиков, которые в том или ином городе работают. Что мы можем сделать? Возможно, мы привлечем какие-то инвестиции, которые будут финансировать эти приюты. Возможно, мы что-то придумаем с налогообложением. Но это должно быть все, скажем, демократично, а не то, что... Таня, я прошу прощения, я вас перебью на секундочку. Вот смотрите, я говорю об идее. Да? А вот представьте себе, вы выигрываете выборы, становитесь мэром и говорите, я знаю, как решить проблему с бродячими животными, с собаками в частности. И эту проблему ее решаете. Да. И вот тот прежний вопрос, который я задал о наследии. Представьте себе, вот проходит, например, там 10 лет или 20 лет, будут ли помнить мэра Татьяну Пустовойтенко по тому, как она когда-то вот решила проблему с бродячими собаками. Смотря как она будет решаться, эта проблема. Неважно. Главное ее решение. Я думаю, то есть я говорю, вот идея, стрелочка, наследие. То есть люди, которые будут помнить данного конкретного мэра по чему-то такому, чего раньше никогда не было, и город вздохнул и начал жить. Другой немножко жизнь, лучше. Ну, на первый взгляд можно подумать, что это не очень серьезно, да, но у нас, если пообщаться с людьми, которые пострадали от тех или иных собак, они скажут, что это очень серьезно, и это очень важно. Поэтому, ну, с какой стороны посмотреть разумеется, на эту проблему? Конечно. Ну, вот моя мечта конкретно, чтобы Николай стал туристическим. О. Я это всегда говорю. Я очень об этом мечтаю. Я считаю, что Николаев — это самый прекрасный город на всей планете, который единственный в Украине, окружен со всех сторон водой. Он может быть туристическим, он может быть самым ярким, самым красивым. Это была бы моя мечта, и я бы работала над этим, отдавала все свои силы. А я дякую за участь в программе студентскому мэру Тетяне Пустовойтенко. А з вами був Ігор Пох. До зустрічі.